Thank you very much for the invitation. Ну что ж, большое спасибо за приглашение. Я не уверен, что у меня был тот же опыт, как у доктора Полина и Романа Дана, но очень приятно посмотреть в программу конференции, узнать свое имя и даже на кириллице. Ну что же, я хочу сделать, по крайней мере, три комплимента организаторам, потому что организация просто фантастическая, это первое. Очень теплый прием. Но также прекрасно, что вы пригласили медсестер на эту конференцию, потому что мы команда, и цель у нас у всех одна и та же, да, предоставить самую лучшую помощь, медицинскую помощь, уход нашим пациентам. И особенно то, что касается этой темы БЛД, хотелось бы нам избегать БЛД. Тут, в плане этой темы, у нас даже более важны медсестры, чем врачи. Ну, во-первых, хочу показать, откуда я. Нидерланды. Очень маленькая, малюсенькая страна в Западной Европе. Я вчера прилетел, и мне, собственно, дольше у меня по времени пришлось из аэропорта сюда ехать, чем ехать с одной части страны моей в другую. Ну, вот так выглядят Нидерланды. У нас очень много воды, у нас море, у нас есть Ватердерген, то, что мы называем. Вот здесь вы его видите. Зачем нам эти каналы? Потому что у нас очень хорошо получается отводить воду. Мы очень хорошо отводим воду. Если бы у нас не было вот таких отведений, то Нидерланды выглядели бы именно так, да, то есть все под водой. Ну, как выглядят Нидерланды? Это совершенно плоская местность, ровная. И вот мы видим мельницы, а зимой мы можем кататься на коньках. Вот выглядит так приблизительно Амстердам, и когда вас представится возможность, то приезжайте, потому что очень хорошее место. У нас мультикультуральная атмосфера, многие культуры представлены в одном городе. Ну и мы о себе, как правило, говорим, что мы очень толерантны. Ну, можно быть уверенным в одном, что когда вы видите команду, которая в оранжевом, то это, как правило, наша голландская команда. Ну, наша, например, команда по футболу мужская не так хорошо играет, но у нас есть еще и женская команда, и мы чемпионы в Европе по женскому футболу в этом году. И это прекрасно, так сказать, сообразуется и с неонатологией, потому что неонатология вообще у женщин тоже лучше получается. Вот так выглядит моя больница. И когда я готовила эту презентацию, я взял эту картинку из предыдущей презентации. Вот как выглядело отделение в 2005 году. А на прошлой неделе я подумал, ну а так же у нас уже больше не выглядит наша ситуация, поэтому я снял новую картинку, новую фотографию, и вот сейчас выглядит наше отделение вот так. Так, кто может сказать, в чем разница? Тут есть большая разница. А именно это вентиляторы, их нет. Вот возвращаемся. Вот вы видите все эти аппараты. ИВЛ в 2005 году практически вот все наши детки в реанимации были на вентиляции. А вот сейчас посмотрите на наше отделение. И сейчас, даже если вы увидите такой аппарат, то это скорее исключение. И вот, собственно, об этом и будет моя презентация. Буду об этом говорить, о том, как избежать, как предотвратить бронхорегочную дисплазию. Сначала я хочу объяснить и поговорить о том, как развивается это понятие БЛД, потому что все равно до сих пор это самое частое осложнение, которое мы видим у недоношенных детей. Очень имеет много последствий и для легких, и для, скажем так, общего развития ребенка. И во второй части мы будем говорить о том, как избежать этого и какие есть доказательства по поводу витамина А, будем говорить о кофеине, а также о вентиляции, которую мы используем или не используем. Ну что же, будем говорить о БЛД, старое и новое понятие. И
of BPD, это, скажем так, день рождения БЛД. Вот в этом году 50 лет БЛД. В 1967 году впервые была описана бронхолегочная дисплазия. И через 50 лет сегодня мы все еще стараемся бороться и лечить БЛД. Но есть разница между тем, какая была БЛД тогда, в ту эру, и с БЛД, которую мы сейчас имеем дело. То есть классическая БЛД, это было еще до того, как стал использоваться сурфактант, антенатальные стероиды. Это было длительно, скажем так, нужна была дыхательная поддержка, дополнительный кислород, и у детей было очень тяжелое диспное. По радиологически, что мы видим, были морфологические отклонения, патология, фиброз, ателектазы, эмфиземом. Если мы посмотрим на это состояние гистологически, скажем так, мы видим разрушенное легкое, фиброз, гипертрофия гладких мышц. Диагноз в то время, это мы ставили 28 дней постнатального возраста, после рождения, потому что большинство детей не выживали. Но что же происходит сейчас? Тут у нас ситуация лучше. То есть старая БЛД, это была БЛД в 70-е годы. Мы видели ее у детей старше, где-то в 32 недели. У них уже они были на другой стадии развития легких, на альвеолярной стадии. То есть старая БЛД была видна вот здесь, в этой части. А что мы сделали? Мы улучшили свою помощь, сурфактант появился. Появилась такой препарат, снизилась смертность, и у нас менее агрессивная вентиляция, и поэтому больше детей выживает более меньшего возраста. То есть те, кого мы сейчас лечим, они на другой стадии развития легких. Это именно мешочатая стадия развития альвеол, то есть разные стадии, разные легкие. И что мы видим у этих деток с новой БЛД? Клинически выглядит приблизительно вот так. Вот здесь мы видим постнатальный возраст пациента, а здесь это FiO2. Если это без сурфактанта, то мы начинали с большого кислорода, количества кислорода, и медленно мы снижали по мере выживания. Сейчас мы вначале можем дать сурфактант, но через несколько дней у нас мало кислорода, но постепенно мы видим, что повышается FiO2. Какая разница радиологически наблюдается? Потому что, скажем так, старая и новая БЛД, они выглядят по-другому на рентгене. Вот это старая классическая БЛД, много фиброза, как я уже говорил, ателектазы. Мы видели и также такие крупные, большие вот как бы дыры в легких, а в то время как при новой БЛД мы видим хорошо, как бы раздутое, достаточно раздутое легкое. Вот видите, тут какая-то более размытая картина. Но самое такое поразительное мы видим, когда смотрим на гистологические снимки. Вот выглядит так легкое в норме. Вот бронх. И вот вторичные перегородки. Ну вот как структура. Такая, ну, то есть хорошая структура. А вот как выглядела старая БЛД. Много очень фиброза. И какое расстояние должно пройти для молекулы кислорода для того, чтобы войти в капилляр, достичь капилляра. Это старая БЛД. А вот новая БЛД выглядит вот так. Меньше фиброза, но вторичных перегородок нет.
So instead of damaging the lungs, мы не можем дать возможность этим легким правильно расти и развиваться. И как нам нужно сделать так, чтобы легкое хорошо правильно развивалось, и как избежать того, чтобы не дать ему неправильно развиваться. Вот такие у нас сейчас вопросы перед нами стоят. Ну что же случилось, когда вот мы получили это, скажем так, так, новое, новый термин, новый БЛД. Ну вот где-то в 88 году мы путали это заболевание с заболеванием, хроническим заболеванием легких. Также у нас проходила большая международная конференция в 2002 году, и мы решили следовать вот этим критериям. То есть если есть лечение, и мы используем более чем 21% кислорода более 28 дней, то это БЛД. Возможно, да, дети рождаются, и мы сразу даем 21. Это так не работает, то есть нам нужно кумулятивно брать показатель за все 28 дней. Если это 32 недели, то сейчас мы рассматриваем возраст постменструальный, и это влияет на тяжесть БЛД. Но все это начинается с первой строки. То есть более чем 21% кислорода кумулятивно за 28 дней. То есть если у новорожденного есть эти критерии, он удовлетворяет этим критериям, то у него БЛД. И затем мы смотрим 32 недели и решаем по степени, это легкое, умеренное или тяжелое БЛД. Легкое БЛД, то есть если ребенок дышит вот воздухом обычным в комнате или там через конюлю, например, 21% или без поддержки любой, есть умеренное БЛД, то есть если им дают дополнительный кислород менее чем 30%. А если это тяжелый БЛД, мы ставим этот диагноз, если дополнительный кислород равняется или больше 30%, или если дети на вентиляции с позитивным давлением, с положительным давлением. Очень важно вот это как раз помнить все время. Потому что если вы читаете публикации, литературу по теме БЛД, то иногда авторы, они соединяют вот умеренную и тяжелую БЛД вместе, и отсутствие БЛД, и легкую БЛД тоже в отдельной категории, и только они рассматривают две категории, а мы их рассматриваем отдельно. Ведете ли, проводите ли вы в Украине тест сокращения кислорода, снижения кислорода? Я хочу показать, почему нужно это делать. Я вам уже показывал критерии по БЛД. Они базируются, собственно, на определении, которое касается кислорода. Используется или не используется кислород. Но также зависит от того, какие у нас цели по сатурации. Мы перед собой ставим. И доктор Волш в 2005 году показал, что разница, есть разница. Мы используем кислород для разных причин. И иногда это по поводу ретинопатии, иногда по поводу вот характера дыхания, дыхательных движений. И вот я покажу сейчас, почему нам нужно проводить этот тест, потому что главное, для чего мы даем, для какой причины, и в некоторых центрах вот каждая вот колонка – это разные центры, отдельный центр, и мы смотрим. То есть БЛД ставилось на физиологической основе или на клинических параметрах и критериях. Тут, например, дается кислород только для легких, но есть другие центры, когда кислород давали совершенно по другой причине, не для поддержки легких. То есть для того, чтобы получить определение БЛД, нужно провести вот этот тест снижения кислорода или редукции кислорода. Как он выглядит?
Ну, вот был реальный пациент, на котором сняли вот эти показания. То есть это необходимость в кислороде между 21 и 30%. И вы снижаете количество кислорода. Сначала идет фаза наблюдения. И вы видите, вот здесь мы видим, что ребенок все время над выше 90% сатурации. Затем мы снижаем количество кислорода, которое мы даем этому ребенку. И какое-то время мы просто наблюдаем, чтобы увидеть, какая будет сатурация, как будет она изменяться. И есть критерии остановки. Если у ребенка снижается сатурация ниже 85 в течение 5 минут, то значит у ребенка умеренная БЛД. Если ребенок одну минуту менее 80, то это умеренная БЛД. Если я возьму этого ребенка вот, и снижаю 122%, и он начинает еще ниже идти, то есть десатурация идет ниже 80, одну минуту, в течение одной минуты. То есть этому ребенку поставили умеренную БЛД, ему дали кислород по поводу, как бы, скажем, заболевания легких. Но вот следующий случай. Это тоже ребенок, у которого была назальная канюля, стояла назальная канюля, 26% кислорода. Но я хочу показать вам, что это не для легких, а для поддержки другого. Вот мы видим, идет снижение кислорода, даже перестали вообще канюлю использовать, и не было никакой реакции на его сатурацию. То есть что-то там другое произошло. Вот период наблюдения. Вот у него вот такая вот такой характер дыхания. Он не получал кислород не из-за легких, а из-за того, какой у него характер, паттерн дыхания. У него легкая БЛД. Не умеренная, а легкая БЛД. То есть первое, что я хочу сказать, нужно очень четко ставить диагноз БЛД и степень БЛД. Okay. That's the diagnosis. Ну вот у нас есть диагноз, и сейчас мы будем говорить о том, или лечить, или предотвращать БЛД. И вот сейчас есть тоже старые темы, новые темы, но может по-новому мы на них смотрим. Стероиды. Завтра будем говорить о стероидах. Витамин тоже мы будем говорить, витамин А и кофеин. Новое, что у нас есть, это менее инвазивная вентиляция и менее инвазивная сурфактантная терапия. И по поводу сатурации кислорода, это немножко уже было сказано и будет еще сказано после обеда. Витамин А. Витамин А. Мы лечили уже новорожденных витамином А в течение, наверное, 4 года тому назад, на протяжении одного года, и мы отказались от этой терапии по следующим причинам. Мы знаем, что это не обсуждается, это просто то, что мы знаем, что витамин А, он принимает участие в регуляции роста и дифференциации клеток. Нормальный уровень витамина А в клетке содержит, оставляет эпителиальные клетки дыхательных путей интактными. И, конечно же, у недоношенных детей есть дефицит витамина А, потому что нет достаточного поступления витамина А в плаценту в третьем триместре. Белок, связывающий ретинол, ФБ, он тоже низкий, и он оставляет витамин А интактным. И у недоношенного ребенка, конечно, очень низкий уровень этого белка. Следующее, что все недоношенные дети, у них очень низкий уровень в плазме витамина А на протяжении первого года жизни и еще когда они находятся в отделении интенсивной терапии. Адекватные уровни достаточно неизвестны, но мы считаем, что дефицит это менее 200 микрограмм на литр. So there was
Было проведено рандомизированное контролированное исследование даже нескольким на протяжении где-то вот 2000-х лет, и было определено, что есть значительное снижение его, и я показывала вам много еще разных слайдов в следующих презентациях, но хочу объяснить некоторые из них. Что мы сделали тут? Значит, мы объединили, использовали литературу для того, чтобы объединить все эти исследования в один метаанализ и найти результаты по разным исходам. Вот здесь вы видите исходы, а здесь вы видите оцененные эффекты. И вот здесь у нас 95% доверительный интервал. И вот здесь именно мы должны наше внимание сконцентрировать, вот это знаменитый ромбик. А вот желтая это полосочка, это вот доверительные интервалы, которые тут уже есть. То есть, когда вот это ваш ромбик на доверительном интервале пересекает один, это статистически значимо. Если он находится с левой стороны, то риск сниженный, а если выше, то он повышенный. То видите, что когда мы используем витамин А в сравнении с плацебо для лечения БЛД, то повышается у нас риск, и можно его рассчитать. И сказать, ну вот мне, допустим, нужно будет пролечить 11 пациентов для того, чтобы избежать одного случая БЛД. То есть это число необходимое для общее количество пациентов, которых нужно пролечить для предотвращения одного случая. То есть 11 пациентов для того, чтобы предотвратить один случай БЛД у новорожденного. А что нам показывает длительное катамнестическое наблюдение? Значительного статистического отличия нет. Почему же витамин А не применяется как глобальная терапия для лечения БЛД? Потому что было показано, что его вводили внутримышечно, и это было поэтому медсестры вводили витамин А в мышцы три раза в неделю на протяжении 4 недель. И мы понимали, что эта процедура достаточно болезненная. И мы искали другие пути для введения витамина А, но не могли определить уже значительный какой-то эффект, то есть внутривенное введение, и никакого эффекта здесь не достигнуто. И также мы сравнивали еще с применением вовнутрь, и тоже не было значительного эффекта. В чем причина? Потому что витамин А достаточно нестабильное лекарственное вещество, то есть когда он попадает на свет или контактирует с теплом, или попадает в жидкость какую-то, он разрушается. И поэтому единственный способ введения витамина А в настоящее время – это внутримышечная инъекция. It's not available anymore. I think about 4 years ago, извините, этой страницы нету, но это не проблема, потому что сейчас нету, потому что компания, которая раньше выпускала витамин А, теперь уже не выпускает, и были такие слухи, и может мне кто-то поможет, что витамин А появляется на рынке, да, опять. Я пытался импортировать его из США в Нидерланды, но успеха не достиг пока что. А причина в том, что когда мы его получим, будет у нас возможность, мы, наверное, опять будем его использовать, опять будем применять у наших новорожденных. Доктор Полина, вы используете, назначаете витамин А? Не слышно, к сожалению, ответа. What's the second intervention that might avoid BPD? Второе вмешательство, которое может помочь избежать и предотвратить БЛД, это кофеин. As far as I know, и кофеин, насколько я знаю, и здесь был показан наибольший успех этого препарата в РКИ, которые были проведены.
Потому что кофеин действительно помогает предотвратить ПЛД. Основные РКИ, которые показали значительный успех, это исследование КЭП, Барбара Смитову, Шмидт проводила. Она рандомизировала около 2000 новорожденных на группы, которые одна получала кофеин, другая плацебо, и показала снижение случаев ПЛД на 0,63. И это говорит, что пролечить тогда для этого нужно 9,5 пациентов. То есть надо дать 9,5 детям кофеин для того, чтобы предотвратить один случай ПЛД. И опять-таки исходы, такие как смерть, например, тоже были значительно снижены, когда назначается кофеин, и мы их даем экстремально недоношенным детям, этот препарат. Возникают все-таки вопросы относительно того, когда же начинать его назначение. Нужно ли начинать сразу, когда ребенок родился, или когда мы видим десатурацию или эпизоды апноэ. I'm sorry that the symbol doesn't come out, but И тоже был поставлен вопрос, что если начинать кофеин раньше, то это снижает количество случаев БЛД. Вот как вы видите здесь. То есть если вы начинаете между нулем и двумя сутками жизни, то это снижается риск значительно, и нужно пролечить всего 6. Если отложено начало, то тогда риск увеличивается, и нужно больше пролечить детей для того, чтобы предотвратить один случай. Поэтому я бы рекомендовал назначать его сразу. Еще есть один момент. В какой же дозе нужно назначать кофеин? В КЭП исследовании было 2,5. Это была поддерживающая доза, которую можно было бы увеличивать даже в 2 раза, если у ребенка сохранялась еще десатурация. Что мы еще делали? Мы смотрели на другие исследования, которые изучали дозы выше, чем вот этот стандарт 2,5 миллиграмма на килограмм в день. Было 6 исследований таких проведено. Что мы показали по этим исследованиям? Когда провели метаанализ этих исследований, что более высокая доза кофеина еще больше снижает заболеваемость ПЛД, и нужно пролечить 9 детей для предотвращения. И другие результаты такие же тоже, если предотвратить исходы смерти или БЛД на 36-й неделе, опять-таки нужно пролечить 9 детей, и больше детей тогда не нуждаются в механической вентиляции. Какие же есть побочные эффекты? Да, один. И этот эффект — тахикардия. Но, конечно, здесь у вас есть повышение этого исхода. Если высокая доза и нужно пролечить больше детей, то дети, которые получают кофеин в высокой дозе, тогда среди них может у одного ребенка развиться тахикардия. Но, тем не менее, он снижает количество БЛД, то, может быть, нужно все-таки отдать предпочтение вот этой терапии. И проблема с этим метаанализом, что здесь мало участвовало детей, и исследования отличались своим дизайном. Потому как сообщались данные, поэтому нам нужно провести большое мультицентровое РКИ для исследования кофеина в высокой дозе. Даст ли это действительно еще большую пользу для снижения заболеваемости БЛД?
less invasive ventilation. Я хочу поговорить о менее инвазивной вентиляции. Я думаю, что это чрезвычайно важное новое такое достижение. И можем рассказывать друг другу и рассказывать друг другу о том, что нет необходимости проводить вентиляцию ребенка, если это не нужно. Но все-таки нужно поставить себе вопрос, действительно, имеет ли это смысл какой-то. Потому что если у нас недоношенный ребенок, то нужно ли нам снижать инвазивную вентиляцию, есть другое или более инвазивная вентиляция. И медсестра знает о том, что есть больше детей, которые получают просто дыхательную поддержку, чем те, которые находятся на аппаратах искусственного дыхания. Что происходит с результатами по легким, когда мы переходим к стратегии менее неинвазивной вентиляции? И как это отражается на нейропсихическом развитии? Были проведены когортные исследования, которые были опубликованы итальянской сетью, и было такое одноцентровое исследование в Лейдене, проведены. Но давайте все-таки поговорим об итальянском исследовании. Это все-таки многоцентровое когортное исследование. В Италии принимали участие более 2000 отделений интенсивной терапии новорожденных. И они сравнивали когорты 2006 и 2010 года, и в интервале между этими периодами они использовали неинвазивную стратегию, то есть они старались не вентилировать деток. И что же было показано в этих исследованиях? И, пожалуйста, запомните вот эти вот проценты. Да, вот здесь они снизили число интубаций в родзале 65% по сравнению с 84%. CPAP после интубации как раз его продвигали, то есть значительное было, увеличилось его количество. 20% по сравнению с 44%. И можете увидеть, что количество СИПАП во время пребывания в отделении интенсивной терапии тоже улучшает. И что же по исходам? Вы видите, что снижается смертность. И также значительно снижается сочетанный исход смерти и БЛД. То есть это хорошо работает. И в отношении смертности и БЛД, и обоих этих состояний. Хорошо ли это для отдаленных легочных исходов? Были опубликовано когортное исследование в Австралии уже несколько десятилетий назад. Были проводились такие тесты респираторной функции в 8 лет у этих экстремально недоношенных детей. Было сравнено три периода времени для сравнения их легочной функции. И было показано, что результаты 91 года по сравнению с 2005 годом. И было показано, что количество эндотрахеальной вентиляции у таких детей, количество этих дней снизилось от 21 дня до 10. Также было показано, что в Австралии есть тенденция к уменьшению, к менее инвазивной вентиляции. Но что также было показано, что когда рассматривали функцию легких, то никаких отличий не было здесь замечено. И вывод такой, что не имеет значения, проводится вентиляция или нет, улучшается функция легких у детей, и это немножко разочаровало. И мы направили письмо в этот журнал и сравнили когорту, которую исследовал в Австралии, с когортой из Амстердама. И увидели, что число инвазивной вентиляции в Амстердаме по сравнению с Австралией в 2005 году было уже намного ниже, чем было показано.
вы помните, что вот его когорта состояла в среднем где-то, вот медиана была 10, и мы со временем вот снижаем количество вот этой вентиляции, и уже дошли до 0,8. Мы уже практически не проводим вентиляцию детям, ну, только в отдельных случаях. И мы не знаем, улучшает ли это ситуацию, но может так быть, что в Австралии не было найдено никакого улучшения, потому что все-таки вентиляция еще проходит. Что мы показали вам в Амстердаме, используя ту же самую когорту? Улучшается нейропсихическое развитие, и мы такой же подход использовали и сравнивали периоды времени, то есть мы сравнили результаты за 2004-2005 год, и после этого мы пробовали и учились, и беседовали с нашими коллегами, убеждали не проводить вентиляцию в рот-зале, использовать неинвазивную вентиляцию и стараться избегать инвазивной вентиляции. И после этого вторая выборка была проведена в 2010-2011 году. И мы смотрели на дыхательные параметры, диагнозы БЛД, и, что очень важно, еще на исходы через 2 года. Если мы посмотрим на исследование итальянской сети, то они интубировали в рот-зале около 45% случаев, а в ВИТе мы проводим интубацию в рот-зале только 9%, только очень небольшому числу новорожденных проводится интубация в рот-зале. И, как я уже вам показывала, число механической вентиляции значительно снизилось. Во время этого периода времени, когда мы сравнивали их, мы увидели значительное уменьшение количества инвазивной вентиляции. И какие же у нас есть исходы по нейропсихическому развитию? Когда мы использовали стратегию менее инвазивной вентиляции, мы увидели улучшение, значительное улучшение всех исходов. Подтверждаем ли мы это РКИ? Нет. Но я думаю, что в будущем мы, наверное, сможем провести такую рандомизацию детей, которые получают менее инвазивную вентиляцию, и группу, которая будет получать более агрессивную вентиляцию, и тогда мы получим эти результаты. Но мы видим все-таки улучшенные неврологические исходы. Мы с уверенностью можем сказать, что если мы не проводим вентиляцию, мы таким образом можем избежать БЛД и улучшить неврологический исход. Как же нам достичь проведения менее инвазивной вентиляции? Какие у нас есть данные? Есть ли данные об интубации в рот-зале? Также мы получаем тоже данные о инфляция раздувания легких постоянно. И также мы знаем о менее инвазивной введении сурфактанта. Германия это называет Лиза или Лайза, потому что вот мист по-немецки это болото, поэтому они не хотят использовать слово мист, они используют Лиза или Лайза. И доксапрам это то, что нам еще нужно будет больше исследовать в будущем. И тоже будем об этом говорить. Первое. Это уже установленный факт. Даже уже не обсуждаем. Доктор Шмульцер провел метаанализ всех исследований, которые проводились в рот-зале, и сравнивал интубацию. То есть CPAP используется или нет в рот-зале. И когда используется CPAP, то снижается
показатель БЛД и показатель смертности. Однако очень большое количество нужно показатель ННТ. Нужно пролечить 47 детей с помощью СИПАП для того, чтобы избежать одной смерти или одного случая БЛД. Что же касается вот поддержки раздувания легких, то есть надо же сразу же открывать легкие после рождения, можно сразу на позитивное давление использовать, и раздувание можно использовать некоторое, скажем так, 10-15 секунд позитивное давление, положительное давление. Были некоторые проведены такие небольшие исследования, и был проведен мета-анализ в этом году, и он показал, что пока что нет эффекта и влияния ни на смерть, ни на БЛД. И также частота потребности в инвазивной вентиляции тоже небольшой показатель. Но, как я уже сказал, сейчас ведется много новых исследований, туда набираются участники. Самое большое — это американское исследование SAIL. И мы предполагаем, что в следующем году уже получим определенные результаты. Then minimal invasive surfactant therapy. И потом минимальная инвазивная сурфактантная терапия. Who is using MIST or minimal invasive surfactant therapy in their units? Can you или минимальную инвазивную сурфактантную терапию в отделении, поднимите руки, пожалуйста. Немного из вас используют, да? All right. Can you start up the video? Ну, давайте покажем видео, пожалуйста. Я хочу вам показать, как мы начинали вот использовать такую процедуру, такую терапию в Амстердаме. It's a Dutch style minimal invasive surfactant. Вот здесь написано минимальная инвазивная сурфактантная терапия MIST. One of my colleagues, и вот мой коллега, доктор Диахр, работает. Тут явно идут показания к использованию сурфактанта. Ну, ребенок дышит спонтанно на СИПАП. И вы видите ретракции, поэтому есть респираторный дистресс. И что мы делаем? У нас есть пупочный катетер. И мы его маркируем где-то 2 сантиметра, потому что тут на конце этого катетера отметок нет никаких. То есть мы маркируем, теперь уже будут новые, выходят на рынок новые катетеры, у которых есть такая отметка, поэтому уже это нам тоже не придется больше делать. Вот так маркировать. And then we apply the surfactant. И вот мы вводим сурфактант, вводим его в катетер. What we do to for analgesia is для анальгезии spray some lidocaine. Мы используем лидокаин в спрее. Using a ларингоскоп is a painful procedure. Потому что ларингоскоп — это болезненная процедура, если использовать ларингоскоп. Вот лидокаин, и он распыляется в спрее и используется в носоглотке. And then using a Могил. И затем мы берем Могил. We apply the catheter between the focal cords. Ну и устанавливаем катетер. Marking outside the focal cords. И вот мы только оставляем вот эту маркировку, нами сделанную вне, извне. And in about 3 minutes, we gently apply. И где-то в течение 3 минут мы очень осторожно вводим сурфактант. When we started this, we did this, когда мы начали это делать, мы делали это в spilling of the surfactant as much as possible. Все это начинали делать прямо about 3 minutes, most of the surfactant will go into the trachea and into the lungs. So чтобы избежать распыления сурфактанта, get the laryngoscope out and do it, и вместе делали с ларингоскопом. А сейчас мы уже это делаем по-другому. И дети, spontaneously breathing. Большое преимущество в том, что дети самостоятельно дышат, спонтанно дышат в течение всей этой манипуляции. Но это по-голландски конец. So, the same question
Те же вопросы к этой манипуляции, как и по другим манипуляциям, эффективно ли это, работает ли это? Нашли мы наш лайк. Это вот тест чувствительности к эпилептическим судорогам на самом деле, потому что так перескакивать через все слайды, да, это точно может вызвать у некоторых эпилепсию. Ну что же, вопрос в том, есть ли смысл выполнять минимальную инвазивную терапию? Есть, потому что в основном в Германии были проведены рандомизированные контролированные исследования, которые показали, что если вы выполняете минимальную инвазивную сурфактантную терапию, то она снижает частоту ПЛД. Нужно провести такую терапию у 18 пациентов для того, чтобы избежать одного случая БЛД. То есть нет неблагоприятного эффекта от терапии МИСТ. Поэтому нет причин не проводить это в своих отделениях, потому что это можно проводить, это легко делать, и это будет на благо пациентов. Только лучше будет. И вопрос в том, нужно ли седацию проводить для того, чтобы избежать стресса, и какой метод лучше всего, какой катетер использовать. Но это уже все детали. Это все детали. В целом, сама идея проведения МИСТ и избежания вентиляции – это хорошая идея. И затем уже после острого РДС, после периода острого РДС, все равно остаются еще детки, у которых десатурация, и у них есть паттерн периодического дыхания. И тут есть разница между Европой и Соединенными Штатами. В Европе мы используем доксапрам очень часто. И насколько мне известно, и насколько мои коллеги знают, в Америке этого не используют. Его не используют. Вот мы видим, было показано, скажем так, очень низкое качество или отсутствие доказательств использования этой терапии, поэтому надо провести рандомизированное контролированное исследование. Но пока мы ждем, скажем так, ждем этого исследования, все мы у себя провели небольшое исследование и сравнили детей, которые получали допрам, и тех, которые не получали. И мы посмотрели на последствия для нейропсихического развития. И мы, где-то у нас 100 было пациентов, 115 пациентов на доксапраме, и мы выбрали пациентов, которые не получали доксапрама, мы их сравнивали, и мы показали, что допрам снижает частоту нейропсихических нарушений, неблагоприятных нарушений, поэтому безопасно использовать доксапрам. Проблема в том, что это доказательство уровня B. Проблема в том, что тут есть очень много других вмешивающихся факторов вот в этих группах, которые мы сравнивали, поэтому нам нужно провести прямые сравнения напрямую и провести рандомизированное контролированное исследование для того, чтобы точно сказать, насколько безопасно использовать доксапрам. И сегодня после обеда я с вами еще буду обсуждать не тему сатурации кислорода, потому что это уже тема доктор Полин, на которую он нацелился, но больше о том, как сделать так, чтобы дети в этом плане они были в целевых показателях, в целевом диапазоне. И вот последний слайд. Я могу сказать по поводу выводов. То есть, во-первых, уже прошло 50 лет с дня первой публикации БЛД, а БЛД никуда не ушла, к сожалению. Она развилась. Раньше она была старая БЛД, сейчас новая БЛД, но тем не менее она есть, она остается с нами. И, наверное, все-таки БЛД сложно профилактировать, потому что мы знаем, что есть факторы риска, мы пытаемся их избежать,
И мы стараемся поддержать ребенка в плане нейропсихического развития. Но что можно еще сказать? Что, возможно, к этому может привести вот ваша политика или стратегия респираторной дыхательной поддержки. Вот то, что мы делаем, может приводить к БЛД вполне. И последнее, что я хочу сказать, что чем меньше, тем больше. То есть менее инвазивная вентиляция — это все-таки лучше, это больше. Поэтому используйте мист, кофеин, тоже используйте. И ну тут мы должны выяснить, какая же оптимальная дозировка, когда начинать. И как я сказал, уже говорил о доксопраме. По доксопраму нам нужны большие, крупные рандомизированные контролированные исследования, чтобы точно определиться с тем, как нам быть в дальнейшем с этим препаратом. Возможно, в будущем это будет так выглядеть, может, как в фильме «Матрица», когда нам не нужно будет вообще волноваться о вентиляции или о чем-то другом, потому что... Fetal lambs get ventilated in liquids. Потому что, может быть, вот есть уже, кстати, я не знаю, вы видели такое или нет, что вот вроде как вот этих плоды ягнят уже помещают в жидкости, вот там за них аппарат все делает. Может, такое будет у людей. Спасибо большое. Who has questions? Уважаемый доктор, большое вам спасибо за презентацию. So much for your presentation. Wonderful. Скажите, пожалуйста, среди детей, которые сформировали к 28-му дню бронхолегочную дисплазию, меньше 29 недель, в каком количестве или проценте случаев вы имели внутрижелудочковое кровоизлияние? И может быть сепсис. What we know about что мы знаем, the number of intraventricular hemorrhage is also decreasing over time. Тоже со временем снижается. Whether it is due to better care antenatally, antenatal steroids, либо это вызвано, скажем так, антенатальными стероидами, или это просто такой постнатальный уход, или это может из-за сурфактанта. Неважно из-за чего, но явно мы видим снижение количества случаев ВЖК вообще в последние годы. Ну, так я ответил или конкретнее? Спасибо. Thank you very much. И по поводу сепсиса. Thank you. And about sepsis. Частота сепсиса. So what's the frequency? How often do you see sepsis in infants who have already developed BPD? Sepsis and necrotizing enterocolitis is becoming a bigger and bigger problem. Сейчас становится все больше и больше проблемой в нашей неонатологии. Наверное, вот профессор Полин будет сегодня, кстати, об этом говорить, или сегодня после обеда, или завтра утром, я не помню, но мы отходим от вентиляторных, скажем так, проблем к более иммунологического характера проблемам, инфекционным проблемам переходим. Повышается? Нет, не сказал бы, что повышается, но никуда не уходит. И это самая главная причина смерти среди детей у нас. When usually do you start to use caffeine? Когда обычно вы используете кофеин? В первые часы в операционной, в родзале или потом? It's a very good question. In our unit we use it as soon as the infant arrives at у нашем отделении мы используем, как только к нам поступает новорожденный, к нам в реанимацию. Или профилактически они получают. Но, правда, у нас не было проведено никаких исследований. Одно только было исследование. Это когда давали прямо в родзале. И видели, что улучшается функция легких. Но это очень такие небольшие, маленькие пока что исследования, поэтому мы не знаем, остается ли этот эффект, и есть ли от этого дополнительное, скажем так, преимущество, если давать не в отделении уже, а прямо в родзале. То есть, наверное, надо будет более большие исследования проводить и посмотреть на... Да, в первые дни после рождения. Да, первые дни после рождения, если ниже, меньше 30 недель гестации.
Спасибо огромное за презентацию. Вопрос следующего характера. Какая первичная неинвазивная респираторная поддержка используется в вашем отделении? И какой процент от тех детей, которых вы не интубировали в родзале, потребовали искусственной вентиляции легких в первые 3-5 суток жизни? Very good question. Очень хороший вопрос. What I'm trying to advocate here is that, я вот за что выступаю, за что я ратую. Мы должны избегать вентиляции. Это не значит, конечно, что мы вообще не пользуемся вентиляцией. Конечно, если, например, ребенок в первый день не реагирует на сурфактант с помощью мист-терапии, ну, значит, нужно интубировать, потому что нужно нам создавать положительное давление в воздухопроводящих путях. И наша группа вот показала, что количество детей, которые нуждаются в вентиляции, очень небольшое в сравнении с другими отделениями, где очень часто используется инвазивная вентиляция. Какой вид неинвазивной вентиляции, CPAP, bifasic, NAPBV, вы используете, когда детки поступают в родзал? Чаще всего. Come to you from the, delivery room, most often. We start with CPAP. CPAP. Мы начинаем с CPAP. When an infant is когда having periodic breathing, и имеет периодическое дыхание или апноэ более 20 секунд. И тогда NAPBV не синхронизированная. У нас нет такого аппарата, который достаточно бы хорошо синхронизировал дыхательные усилия и частоту, ту, которую обеспечивает прибор, то есть не синхронизированная. Это еще отдельная тема, которую мы рассматриваем сейчас, как нам можно синхронизировать NAPBV, режим NAPBV сейчас лучше, чем мы это можем сделать сейчас. Скажите, пожалуйста, can you tell us, please, вы интересные данные представили сначала высокочастотной вентиляции широко, но на слайде было 20% все-таки получают высокочастотную вентиляцию. Это было на слайде. So какие показания к высокочастотной вентиляции вы используете теперь? Again, when there's a high amount of oxygen needed in an infant, когда нужно ребенку много кислорода, то тогда высокочастотная. Несмотря на неинвазивную терапию кофеин, доксапрам, NAPBV, все равно у ребенка, к примеру, много, скажем так, выраженная десатурация, то и мы его стимулируем дольше, чем час, то тогда мы используем для него, для такого ребенка, высокочастотную. Как долго? В зависимости от того, какие причины. Причины интубации. Может быть, это дефицит сурфактанта, это тогда мы даем сурфактант и экстубируем практически сразу. Но если это проблемы с паттерном дыхания, которое проходит через пару часов, это одно, но если пару дней, другое. Если это из инфекции, тогда лечим инфекцию, и тогда эпизоды апноэ пройдут через день, например. И у нас догма в нашем отделении это всегда пытаться минимизировать все-таки количество инвазивных вентиляций. Скажите, пожалуйста, какие типы сурфактантов вы используете в вашей практике? И есть ли разные типы, то есть ли у вас данные о зависимости между частотой и тяжестью развития БЛД и типом сурфактантов? Хороший вопрос. Мы используем Curosurf. Это наш сурфактант, который мы используем. Но я вообще-то не эксперт по отличиям между сурфактантами. Как я знаю, есть еще Сефента, это другой в Нидерландах используется. То есть нам нужно больше миллилитров, и для достижения такого эффекта...
But I think Dr. Ramanathan is more of an expert in the different surfactant types. Он, наверное, больше специалист по различным типам сурфактантов. There is a Cochrane review published in December 2015. Most of the studies comparing porcine versus bovine surfactant involved Curosurf versus Surbanta. And in the studies where they used 200 milligrams per kilo as the initial dose, had the most benefit compared to 100 milligrams of bovine surfactant Surbanta. But they did show less BPD or BPDR-death as a component. Нет, I would like to ask about doses of caffeine citrate. You need use always 2.5 milligrams per kilogram, always, always day for neonatal period. На протяжении всего неонатального периода, да. A good question, but there's a flaw here. Но здесь есть небольшая такая заминка. Это кофеин базовый или цитрат. Вот это CAP-трайл, исследование, которое было проведено в 2006 году, это цитрат был. И поэтому нагрузочная доза была 20 миллиграмм на килограмм, а поддерживающая 5 миллиграмм или 10 миллиграмм. Да, то есть если начинать с 5, то можно было бы повышать до 10 миллиграмм в день. А в Нидерландах мы используем кофеин базовый, и поэтому этот препарат, у него нагрузочная доза 10 миллиграмм на килограмм, а поддерживающая вы начинаете с 2,5. И если у ребенка сохраняется десатурация, то можно повышать до 5 миллиграмм на килограмм.